Продолжим об обновлении. Ограждения, игровые площадки, лавочки, клумбы, освещение. Реализация федеральной программы «Комфортная городская среда» продолжается. Юлия Белякова отправилась в ТИМ, чтобы оценить результаты работы. Парк героев в поселке ТИМ преобразился за считанные месяцы. Теперь это самое популярное место отдыха. Освещение отличное стало, и скамеечки. Здесь вечером, если прийти, здесь вот сколько здесь скамеек поставили, все тут занято всегда, и молодежи столько, детей много. Парк изменился в лучшую сторону. Здесь приятно время проводить, здесь и дети, и взрослые гуляют, отдыхают, тем более здесь и мемориал. Нина, кажется, уже что-то замышляет. Еще бы, фантазии теперь есть где разгуляться. Новая площадка, песочница. Играм не будет границ. Ты с подружками играешь, да? Песочки. Да. Качаешься на качелях, на лавочках. Да. Сидишь. Да. В этом году в поселке ТИМ обновили 4 двора по улицам Ленина и Кирова. К слову, это первый проект по облагораживанию территории за последние 40 лет. Всего на работы потратили чуть больше 2 миллионов рублей. Почувствовали себя жителями европейского государства. Невозможно было. Невозможно. Ложи кругом, машины за этим, окна все черные. Захочешь вечером выйти везде, некуда не сесть, не отдохнуть нигде. Вот теперь у нас лавочки, теперь у нас урны, порядок кругом. Стараемся, чтобы порядок поддержать здесь. И подметаем, вот с березы у нас сыпется. И стараемся цветочки разводить. Областные и муниципальные власти призывают жителей быть активными. Ведь они могут повлиять на то, что преобразится в первую очередь. Приятно то, что сегодня люди понимают, что уже есть такая программа, кто эту программу сегодня принимал, как эта программа будет дальше развиваться. Приятно с людьми сегодня общаться, что люди эту тему владеют, этой темой. Люди сегодня начинают понимать, что они должны дальше следить за той работой, которая сегодня проведена, и что они должны сделать сами. Всего на реализацию программы было выделено 280 миллионов рублей. Из них 205 – федеральные средства, 48 миллионов – региональные. И остальные – деньги муниципалитетов. Будет продолжена программа. Президент на особом контроле это держит. На сегодняшний день я могу сказать, что мы предварительно получили из Минстроя России уже уведомление о денежных средствах, которые планируются для Курской области. Эта сумма несколько выше, 213 миллионов на сегодняшний день озвучено в лимитах. И также сохраняются средства на парки малых городов в том же объеме, в котором оно и было, 3,8 миллионов рублей. В Курске в этом году обновят 120 дворов. В ближайшее время комиссия примет работы по 12. Остальные отчитаются к 1 сентября. Юлия Белякова, Антон Латышев, телеканал «7».